Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы хотим вам показать гостевой дом по адресу Лисевидзе 5, 9 комфортабельных номеров на территории дома, бассейн, зона отдыха, мангал и еще имеется парковка. До моря буквально минут 12 спокойным шагом. Сейчас сначала пойдем смотреть номера, потом обязательно пойдем на море, и я вам покажу. Пошли на территорию нашего гостевого дома. Есть на территории бассейн, 9 комфортабельных номеров, мангальная зона и зона отдыха. Как мы видим, у нас есть навес. Солнце здесь палящего не будет, и здесь очень хорошо продувается. Играет со мной, смотрите, что это такое. Бассейн. Ой, вообще сказка просто. Я бы прям сейчас сюда нырнула. Ладно, пойдемте смотреть номера. Потом пойдем обязательно на море, я вам покажу пляж. На первом этаже у нас идет два номера. Трехместный занят номер. И четырехместный номер также занят. Те люди, которые будут снимать, допустим, эти два номера, они могут здесь посидеть просто. То есть здесь нельзя будет проводить время. Они эту зону совершенно закрыли, поэтому посидеть можно будет только на первом этаже. Микроволновка на каждом этаже имеется. Пойдем на второй этаж. Поднимемся на второй этаж. На втором этаже у нас идет 4 номера. Получается двухкомнатные, 2-4. Ой, двухместный, 2-4-местный и 1-3-местный. Начнем с этого номера. То есть у нас большая двухспальная кровать, кресло раскладывается, холодильник, телевизор, Wi-Fi в доме имеется. И имеется у нас балкончик вот такой вот с видом на дорогу, на дома, на парковку вашу. Санузел также имеется. Не знаю, где включается свет, но я думаю, что так просто тоже видно. Дальше идем в четырехместный номер. 2-4-местный. Двухспальная кровать, диван раскладывается, столик, кондиционер имеется, холодильник, комод, шкаф и также балкон. Тоже также выходит на дорогу, на улицу. Вот такой вот балкончик. Можно посидеть в вечернее время. Я уже говорила, Wi-Fi имеется, кондиционер тоже имеется. Еще один четырехместный номер. Он такой достаточно просторный. Двухспальная кровать, диван, который раскладывается. Если, допустим, трое маленьких деток, спокойно поместитесь, поместится на диване. Комплектация точно такая же. Телевизор имеется. Балкона единственное здесь нет. И вот такой вот тоже санузел. В принципе, они стандартные по всему дому. Да, вот такой номер. И покажу еще последний номер на этом этаже. Он у нас двухместный с раздельными кроватями. Телевизор имеется, холодильник, шкафчик, балкона нет и свой санузел тоже имеется. Пойдемте на третий этаж. Я покажу вам номера. Так, мы поднялись на третий этаж нашего гостевого дома. На этаже 3 номера. Есть микроволновка на каждом этаже, я вам уже говорила. Этот номер у нас трехместный, то есть у нас двухспальная кровать, кресло раскладывается, холодильник, чайник, телевизор, кондиционер. В каждом номере есть свой санузел. Да, вот такое вот, все чистенько, все аккуратненько. В этом номере имеется балкон, вот такой же номер, как я показывала вам на втором этаже. На пицуцкие сосны, вид единственное. И, кстати, я уже, наверное, сказала, что есть придомовая парковка, что немаловажно. Имеется шкаф. Итак, смотрите, так как я снимаю в позднее время, два номера здесь уже заняты. Вот этот прямо номер четырехместный. С правой стороны у нас идет большой двухкомнатный номер. Если вам нужны фотографии этих номеров, конкретно этого дома, то напишите мне по WhatsApp или Viber, я вам скину фотографии. Теперь идем на море, а я обязательно вам покажу пляж.
вышли на пляж. Пляж у нас называется 2К20. Как мы видим, полностью оборудован для туристов. Зонтики, шезлонги, раздевалки, волейбольные площадки, всякие развлечения, навесы, питание. Тут даже сейчас надувает. Наверное, какой-то будет мини-аквапарк, так сказать. Я думаю, что, в принципе, вам понятно, что это за пляж. Вода здесь чистая, вход в море ил. Ну, то есть, мне нравится этот пляж. Буквально пару дней назад я здесь отдыхала. Так, ребят, если вы хотите забронировать этот гостевой дом, вам нужно написать мне по WhatsApp или Viber. Номер телефона находится в описании под этим видео. Если вы хотите сделать видеообзор вашего гостевого дома, либо отдать в управление свое жилье, вы можете написать мне также по WhatsApp или Viber. Можете звонить, в принципе, и будем обсуждать условия. Ребят, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всего хорошего!